В рамках 14-го Ташкентского кинофестиваля «Шелковый путь» в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане проходят Дни азербайджанского кино. Мероприятие было инициировано и поддержано Министерством культуры Азербайджана, Национальным агентством «Узбеккино» и Азербайджанским культурным центром в Узбекистане. Перед началом мероприятия участники Дни азербайджанского кино возложили цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а затем почтили минуты молчания память о героях, погибших в результате широкомасштабной провокации Армении на границе с Азербайджаном. Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном развивается. Визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан, проведенные встречи, подписанные соглашения открывают новые возможности для сотрудничества между нашими странами. В рамках Дней кино были показаны фильмы «Земля» и «Сугра и ее сыновья» азербайджанских режиссеров Аяза Салаева и Ильгара Наджафа. Историческая лента «Земля», созданная по проекту Министерства культуры Азербайджана, рассказывает об изгнании азербайджанцев с их исконных земель, а картина «Сугра и ее сыновья» демонстрирует зрителю все неурядицы Второй мировой войны.